Южная Корея выбирает биткоин. Генеральный директор корейского биткоин-обменника Corbit Тони Лю рассказал сайту bitcoin.com о том, как страна принимает биткоин. Согласно Тони Лю, биткоин можно легко купить в Корее, а обменные компании страны используют криптовалюту для своих услуг. Кроме того, многие иммигранты пользуются Corbit для международных переводов. Тони Лю добавил: «Я думаю, что в 2017 году Корея опередит большинство других стран в вопросе принятия биткоина».